Коничива, достати! Россия, эйокосо! Мы приветствуем вас в игре World War Z, Мировая война Z, последствия. И сегодня вы увидите приключения японцев в России, точнее на Камчатке. Это будет 7-й эпизод, и, собственно, японцы, которые спасались в 4-м эпизоде на лайнерах, наконец-то добрались до места и обнаружили там зиму. А что будет дальше, смотрим. Так, если будет автопушка, надо будет ее сохранить, наконец. Давай, да, я согласен. Надо собирать автопушки. Ну, или, по крайней мере, на первой стычке надо оценить... Первую стычку мы уже проходим, более-менее. Да, да. На первой стычке нужно оценить, нужно ли все ставить. Все, когда, знаешь, когда долго не можешь пройти миссию, начинается процесс оптимизации. Unless you want to freeze to death this winter, then yes. We must work quickly. Siphoning gas from every car in the hold will take a week. Что ты там? Я пытаюсь аптечки выбить. Компактный ПП любит, если что. Дело хорошее. У меня просто обычный пистолет прокачан полностью. Я с удовольствием Там дробовик, если что. Там не какой-то такой, по-моему, нет. Давайте, аптечка. Палач? Нет, я медик. Если ты такой любитель подраться, тебе нужно было палача брать. Привет, папа. Ну, уже три раза выучил на меня. Четвертый раз учился. Ага. Так, тут расходники. Привет, Атлас, да. Закройте ворота! Еще будет... И в твоем... телеэкране будет миномет. И на твоей... Так, тут автоматический пистолет, хороший вещь. Давай, да. Check it out! Автопистолет. О. Пробивной снаряд. Будем сразу использовать себе. О, отлично. Да, я думаю, надо, потому что там потом особо и негде было. А, в конце есть. А, да. Так, значит, автоматически мы с собой берем. Смотрим, короче, да, что тут есть. We tried to reach you on the radio. Why are you out here? Our settlement is in trouble. We need help. Так, тут расходники и многоствольный гранатомет. We can't lead the swarm back. You good to fight? Так, пулемет. We have wounded, but yes, we can fight. ПП беру. ПП это хорошо. Так, как взрываем. Не тратим, да? Да. Careful, there's one hiding. Так. Reloading. Так, что там внутри? Аптечка. Check it out. Расходник, штурмовое ружье. И штурмовая винтовка. О, я возьму. Так, с какой стороны сейчас побегут?
Я не знаю, с какой стороны будет. Давай где-то здесь кучковаться, все равно быстренько переключимся. Право. Да. Бери меня. Ну, это на тебе, я за пулемет. Рано. Блин. Ладно. Нормально. Как-то нормально? Боты там сами с собой разберутся. Так. Я пошел за этим самым, за многостволкой. Опа. За этим, да. Иди, сука, иди. И не говори. I need help, please. All that practice paid off. Please, I need some help. Hey. Shit, what the fuck? Get them off. What about this help? I'm okay. Thanks. Гернот гребаный. Еще Херодия. Предатель. О, к нам еще чувак попался. Супер, пошли. Элеметик, да. Ай, блин. Его копия, я думал, два одинаковых. Забавно, кстати говоря, забавно. А по-моему, блин. Там, по-моему, в этом в сарае есть еще одна птичка. Так, а автотурель ты забрал? Да, она при мне. Так, расходники, штурмовое ружье. Hey, Russians, where are your people? They were headed for the ship's atrium. We do this for you. Can you share your power with us? Микро-ПП. Револьвер всякая на вторичку. Дробовик. Ага. Как дробовик, только укорочен. Ну что, пошли? Пошли. Горян. Вот крыс, я пытался пострелить, кто-то пошел вперед. Сюда.
А ты это ты играешь на этих такого на внешних колонках? Нет. Чей же я слышу? Странно. Но у нас клип призм это этот самый. Консольщик? Консольщик. Слышу. Просто у него этот не горит, обычно горит динамик. Эй, Russians, where are you people? Found a heavy weapon. Твоё собачье мило, да? Reloading. Блин, так все патроны можно потратить на это. Там, но тут ничего нет, да. Как же ей, наверное, легко топором махать, когда за спиной висит пулемет. Ой. 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 Ох, хорошо бахнуло. Не говори. Searching a stash. О, аптечка. Так, что там нужно было? Вот это вот нет. Не работает. Какой-то уставший. Так, меня. Оплевали еще, блин. О, расходники. Спасибо. Так, а где я был? Агайски. Хорошо. Бежим дальше. Меня, кстати, нормально слышно? Да, тебя отлично слышно. Тебя даже слышно вдвойне хорошо, потому что когда ты говоришь, у консольщика звук повторяет то, что ты говоришь. А так, да. Check it out. Многоствольный никому не нужен. Хорошая вещь. Еще. Somebody take out the loud one. Да. Давайте. Let's go. I'm reloading. Let's go. Yes. What's the most direct route to the atrium? Правильно, не доверяю русским. Русские не такие. Где еще? Договор о ненападении с Японией денонсирование. Я медик, поэтому я считаю, что аптечка мне нужнее. Тут это бинты еще есть. Кто-то поднял? А, мне тут все побежали нахер. И что тут больше делать? Вот-вот. Чего? Да, тот пишет, я смеюсь над тем, что он пишет. Это не пиндосы, это японцы. Тянки, аниме, все дела. Забирай пока что. Да. Внизу. Вот сколько видео. Но тут не было ничего интересного. Эй.
Так, меня плевали, мне нужно срочно переинфицироваться. Так. Here it comes. Так, что тут еще где-то там? Так, внизу ты смотрел, нет ничего, да? Ну тут показывают наверх. Надо наверх, наверное, пойти, что-то это. Я в другом низу тоже был, там. Блин, меня кукник бьет. Мою японскую жопу надрали. Вижу, вижу, что надрали. Okay, поднимает. Так, тут пушка. Странно это звучало. I smelled the door is clear. Нет, I smelled. Типа ice, пробел melted. Растоплен. Показал, что сказал, я воняю. Но дверь чистая. Нет, ну тогда смел, это же это самое. Нюхать. Учуюсь. Вот тут ящичек. О, аптечка, аптечка тут есть. Блин. Что ты там делаешь? У тебя все хорошо? Да, я порешал. И куда, блин, это надо? Порешал. Да, я уже иду к нему. Еще одна. Фикс, да? Что там? Нормально, все. О! Я возьму, если вы дрожите. А вы не дрожите. Так, ну все. А, нет, даже... А, что, я сбросил генератор? Или... А, да, я сбросил. Это... Нашел оружие. Входим ни одного, это не нашли еще, да? Ящик с бензином. Вон еще. Нет. Поймал меня. Это что ж такое у вас там? Блин, зараза. Тамоновец. Там у него... А, сейчас его, блин. Хикс, хикс, хикс. А, я сейчас топну, ладно. И не говори, гопники, это такое. Reloading. Тебя не успел я спасти. Да, да, да. У меня еще этот образец вируса был, и он меня завирусил. Надо было дезинфицироваться, собственно. Check it out. Туралет хорошо, бери. Надеюсь, он сообразит. Кто? Поставить ее в нормальном месте. Ну, да. А еще и твою аптечку забыл. Хорошо. Лучше сейчас еще. Так, сзади, сзади, Хикс. Так. О. Все, вы меня воскресили. Давно я хотел.
Что там у вас получается? Так. Давайте. Сюда. Тут все крикуны. Прикрываю. All that practice paid off. The spirit is calling you more. Блин. I see a big one. О, уходим, уходим в лифт. Let's go. Забирали лифт, закрылись. Ага. Другой лифт. Дима, это да? Понцы. We are here to get you out. О. Hey Russian, your people are okay. Take a look at this. Thank God. О, тяжело пистолет возьму. Русские, people are okay. Come on, let's go. Wait, we don't have everything we need. How much longer do you need? Yes. A few more minutes. All right. As fast as you can. Let's get ready. А, тут закрыли. Тут закрыли. Что-то у нас еще есть. Так. Electric grid powered up. Так, тут закрыли. Так, все крутые. Look at this. Check it out. Так. Блять, зачем я поставил два пулемета в одном месте? А дебил. They are coming in from the storm. The ship is breaking up. Hey Russians, you need to hold us. Ой, там еще турель была. Не заметили. А можно меня прикрывать немножечко? Да. Я хотел бы. Блять, вот реально, вот хотел вырезать пулемет, а то на меня лезли. Блять, ладно. Вот. Не, блять, это Дмитрий, а? Нет, ну... Да, Дмитрий. Где Дмитрий? Я без понятия. Да блядь, что ж такое-то? Хорошо. Finally drop the bull. That's one less infection. Так, что там у нас? Mess? I need some mess. Дима, help! No, Дима, я down. Сука. Блять. Чуть-чуть, секундочку. Зато я вытащил автотурель наверх. Ну, в смысле, ящик. Можно сказать, перетащил. Голову, в голову. Надо было его убить, идиот. А, их тут... А, тут все взрывается. Someone help me! Help! Watch yourself! On your feet!
Хорошо. Да, блядь. He's not hiding anymore. The Zinker on them. Eyes peeled. There's a hider. А, нет, это не Дима, это Батяра. Да блин. Тут была птичка, но судя по всему, я скоро сдохну. Говно случается. Хороший винтовка, мне нравится. Вот, с той стороны. Справа два с пулемета берем. Mowing them down. Вот там расходник. Там внизу бьют, сопровождать. А, это сопровождать этого идиота. Всех идиотов надо сопровождать. О-о-о-о. Куда надо сопровождать? Куда? Сюда. А, сюда. В лифт. Где в лифт? Вон. Да, наконец-то. Мои два пулемета порешали. Все-таки, да? Да, потому что мы вдвоем сели, я здесь прикрывал, он там, всех перестреляли. Да, как-то очень чистенько пошло. Да. Вопрос в том, откуда зомби? Сколько людей на Камчатке, оказывается, да, живет? Да, просто какой-то город-миллионник. Особенно внезапно на... палубном корабле. Но с первой мы, конечно, душевно возились. Дима, блин. Дима мутак. Затрахал, а? Аня даже повеселее, на самом деле. Только слышишь, как Аня орёт, спасите Диму. Дима бегает как мудак, но, по крайней мере, вот... Ну, если на него налезали зомби, это не считалось, что таймер включается. А когда он залезал... под решетку, с этого вот почему-то таймер включает. Пипец. Ну, да. Сука. Аня, do you read me? We're on the edge of town. I hear you. We're at the power plant. The plan is to use the town's electrical grid to hook you up to the sub. It's going to take a lot of work. Get to waypoint one and we'll send instructions. Understood. Team 4 out. Ага. Вот тут надо более вглядеться около Русские греются дизельными пушками. Дизельными? Ну это, по-моему, дизельное, хотя... Просто ну, у него выхлоп, вот, по-моему, это дизельное. А может, электрическое. Ну, выглядит как просто теплопушка. Не, просто такие же дизельные. А чё как непривычно, что-то новая миссия. У нас PlayStation не работает с нами теперь. Аня, we at the waypoint. What do we do? Холодно. Холодно, не говори.
Срочно хватит заходить. Так, что там у нас? Подожди, там снаружи уже. Take a look at this. It feels good. I was close to freezing. Почему у тебя кольцо не привязано, не заклинило? Потому что я смазываю его двухкомпонентной смазкой матюль. О, нет, ликвимор. Там еще и другая есть пушка. Вот здесь вот. О, там крысы где-то бегают. Ой, что-то я заблудился. Заблудился, да. Так, я пошел греться. Можно на все? Черт его знает. Ну какой бы дамедж уже пошел. Вот да, погрей мое лицо. Внимание, соблюдайте тишину. Расходники. Так, вот, дэмэдж пошел. По крайней мере, обозначился. Что-то там крыса какие-то. Пошли, приехали греться. Беги! Кого там бьют? I can't take much more. Понятно. Down here. No more bomb. Я чуть не нажал кнопку V, чтобы крикнуть What and stone. А вот ты видал это самое статую? You didn't. Substations are back on the grid. Come and meet us at the
power plant. Look at this. Roger that. Ой, мне вообще холодно стало. Очень холодно. Здесь есть где погреться? Ищу. О, о, нашел сверху на втором этаже. Эй. Что это тут так бумкнуло? Так, где эта гребаная электростанция? Так. Я уже устал на ней бежать. Ой, там хороший. А, вот. Спасибо. Вот руки окоченили. Ух. Ой. You got it working. Powering up the grid now. О, здесь будет весело. What was that? Shit. Transformer blue. Transformer Blue. They'll be coming. Take this defense kit. Take a look. Is there anything you can do to get it running? I'll need some time to reroute. Подымят. Do it. Let's be ready for them. Fucking gun set. Razor wire set. A lot. We work well together. Тут автопистолет. Хорошая вещь. You attacked us when we arrived. We were fighting for our lives. 50,000 strangers arrived on our shore without warning. Our leaders made a deal. You knew we were coming. Our comms had been down for several weeks. We did not know about ANDU. What do you think you would have done? Check it out. Отличный день девайс. Грубо. Лечить денег не будет. Хотя тут деньги не нужны. Так, что-то у нас. Take a look at this. Пока. О, у нас же полный комплект. По всех. Watch the hill on the right. Вот там еще кто-то, да. Mowing them down. Не работает. Дядя, я знаю, что в чем у вас проблема. Ну в чем? Машина не работает. Знаешь это, да? Да. Not today. Steam proof. I've got eyes on the new.
Надо восстановить эту подписку на чате в YouTube, а то я не знаю, пишу или не пишу. Твой чат-то я вижу. Mowing them down. Погнали. Да. Надо там настроить мультичат. Если ты там какие платформы применяешь, там есть один общий чат. Надо уставить каких программ лишних. Можешь помочь тогда настроить это все дело? Да, конечно, да там все просто, без проблем, конечно. И оттуда вывезешь это самое в ОБС. Можно даже, наверное, общий отсюда. Или там отдельный можно два. А, да зачем? Можно два окна просто в ОБС сделать. Мой, допустим. Я нет, я вместо автопистолета взял дробовик. Good to go. Короткий. Let's go. Hider nearby. Don't be the reason we die. Loading fresh ammo. There's a hider up ahead. We've got eyes on the gate. We'll power it from our improvised grid. Oh, head into the building on the left. Look for a charge. Got a heater going here. Found it. Погреться бы где-нибудь. А вот так. Так, кто это будет? Alright, remember it, let's go. Memorize the order. You too old to remember it? I'm not too old to kick your ass. Alright, green light. Ну, помню, тут... Здравствуйте. Нет, там Д, А, Б. Последовательность? Да, последовательность есть. Так. Последний. Я последний? Это тут я один. Так. Reloading. I got here as soon as I could. You okay? Let's move. Welcome back. Даже он подумал, что все как бы ничего не спасет нас. О, внутри Д, А, Б. Теперь нужно АБ включить. Так, что ты так включил? Ну смотри, вот видишь, горит. А, вижу, да. Теперь я начну. А, включаю. А, включил, осталось Б включить. Да, отлично. АБ тут. АБ где-то тут уже было, вот оно.
посмотрел, что вообще есть. Ладно, хорошо, пошли. From inside these rooms. I must warn you, opening the door will trigger the security alarm. It will be locked. Do whatever it takes. Yeah, check it out. Check it out. Okay, here we go. A lot better. Let's turn them up. Тут есть где-то можно использовать пробивной снаряд. Пробивной заряд, я использую. Давай. Там только одно место. Take a look at this. Так. Take a look. А, походу кто-то движет. Хорошо. Found a heavy round one. Буду бегать. Kill the screamer! Fast! Я буду бегать с ружьем. О, тут еще можно использовать. Somebody take out the loud one! We got a screamer! Breaching charge, counting down! О, тут еще автоторелька есть. Defense kit. Searching a stash. А куда ее поставить? Куда ее поставить? Нет, плохая идея. Сюда вот. Auto turret set. Это было мокро очень, пожалуйста. All that practice paid off! Опять Дима там, мужик! Finally drop the ball! Mowing them down! Дедочка такой вообще. С какой стороны теперь? Take a look at this. Потом можно обменяться тяжелым оружием. Нет. Вот я подошел на его тяжелое оружие. Тут есть. Yes. Found a defense kit. Electric grid powered up. All that practice paid off. Reloading. Grenade. Help me! Help me! Get them off the fence.
где-то. Здесь где-то что-то. Меня подняли, 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 даже фокус фаер на биг ван. Ну да, это козел. Ай, бля, да что такое-то? Я же маскировку взял. Help me! You're safe here for the moment. I believed you let us in. Did you doubt that we would? Assuming the worst has kept us alive. Perhaps trust can do the same. Oh, Russian flag. Секретная база, флаг и церковь. Прям Red Alert. И ядерная подводная лодка неподалеку, да. Питает все это дело. Угу. Как это называется? Не-не-не, ну когда это... Только что я его сказал, блин, и забыл. В России подводные лодки, медведи и прочее. А стереотипу, это стереотип. Стереотип. Вы видите подводную лодку с базы. А Дима, конечно же, знает. Он же русский, он знает, как управлять атомной подводной лодкой. А то. Знает, как... из говна и палок смастерить детали к атомному реактору. Вот примерно такое же полярное сияние было вчера. Никогда раньше в жизни не видел, но вот первый раз я видел полярное сияние, ну, здесь, в этих широтах, да, что странно. Mm-hmm. Ну, может, лет 7-8 назад, и это выглядело, как будто бы фон из Homeworld катаклизма, небо так мерцало секторами. О, я даже сначала не вдуплил, а потом как понял. Кто график повысил, да? Кто сделал этот мод? Captain, do you read me? We're inside the base. Anya, the base is infested with Zeke. We have to evacuate. The submarine is running, but it's locked in the loading bay. Мы тоже знаем. Damn gates won't open. Ну да, вон и Атос пишет. А ты что, не знаешь нас на лоджии? Да, ага. Да, я говорю, я вспомнил. Капитан, I don't know. I wasn't for any of this. I Too loud. Let's go. How did the Zeke get into this place? There's a thin line between fortress and death. Давно просто было, я не помню, это какой в третьем или четвертом классе учили, я уже забыл. Да. Take a look at this. По-моему, следующее, чему учат после курса взаимодействия с медведями. Здорово, Димон. Это для тебя все проблемы. Потому что красный курс хватит, он зеленый один. I don't know what I expected.
Или сиди. Два меня заблевали. Так, здесь, по-моему, пулемет особо смысла ставить нету, да? Где? В этой локации. Ну так себе. Я не знаю, ну тут они будут ползти через эти. Там пару пулемет. А, ну тут есть один пулемет. Ну да, в общем-то один пулемет есть, хватит. Я это самое, турель возьму лучше. Стационарный пулемет тут остался, если кто-то может взять, то будет неплохо. Можно сохранить, надо будет. Check it out! На потом. Сохраню электросетку. This looks loud. Take a look at this. Автоматический турель сохраню. Ну что, где ты? Внимание. Go for headshots! Game over. I can't hold them! Повреждений этих зомби. Я говорю, реально, не тем людям дали Ален Артем или Дели. Да. Да. Тут и от первого лица, и знаем, что такое, и от третьего лица. И анимация лучше, и как. Которых мы вчера. Красная штурмовая винтовка. Красная? Теперь уже красная. Классная. Не, классная.
outside. And we are good? The sound must be raised to a lock to exit the base. Tell us where to look. The exterior and base guards carry security keys. Я здесь понимаю, что я вот раз тебя. Оказывается, нам туда. Ты сохранил? Расходим. Да. Everyone's here. Okay, let's go. Тут не такое уж сложное место, честно говоря. Check it out. Я уже. A lot better than nothing. That clearance key should unlock everything and give you a straight shot to the lock control building. We'll meet you there. Come on. Take a look at this. Yes. Find the guards, dead or alive. I see a guard. He ain't moving. Junker. Nada. Keep searching. Damn it. Nada. I've got nothing. No, nada, nothing here. Nada. Gotta keep looking. Below. Nothing here. Keep looking. Hide. Ой, полиция, полиция, прыгает. Anya, you were right. Found the key on a guard. Please hurry. Our people are completely exposed on the bay. I'm hurting. Need help. Oh. Found the door charge. Людей с людней понабежала. Надо подлечиться. Так, пробивной снаряд я ставлю на последний. А, подожди, Хикс, что там? Вообще не осталось ничего. У меня есть, я пока не вижу. Ты меня слышишь, да? Я тебя слышу, да. Просто проверку делаю. Пятая сложность. Полный ахнул. Черт его знает. Get together, then we leave. Интересно было там. Вроде. Somebody take out the loud one. Okay, I'm good. Забрали. Loading fresh ammo.
Someone take this medkit. Что? Look, простите. Take a look at this. Там просто так, в такой позе залегли, лег, что видно. Можно было под гипку залегнуть. Где Атлас? Где Атлас? Quiet here. All right, come on in. We're in. Keep us covered from there while we start the bomb. Атлас спит, я. Аня! Someone, help her! They've got Zima! Reloading! Get the guy. What did I get? Check it out! Oh, signal pistolet. A lot better than nothing. Micro PP. А чё ж ты так не спишь? Что тебе, Штирлиц, одному не спится? Не кричит. Да и год Аня. Чего ли все? Дима, Дима спасает. Главный инженер. Не спасешь, считай. People are freezing to death. Every minute counts. I gave you my word, and I mean to keep it. But we must protect our people. Да. All units, get those defenses up. Captain, Dmitry and I will join the defense. I'll take the pier. I'll take the hangar. Че, я зря тянку выбираю. Your civilians will be safer in the submarine. Бонус. It's full to capacity. We've no choice but to protect them outside. Так, и чё, куда ставить автотурель, интересно? Это, конечно, вопрос турели. Прям поставить можно, куда угодно. Что нет. Автотурель ставим поближе к этой. Ну, к ключевым точкам. Ай, блин. Electric grid powered up. Блин, это вылез. Keep them back!
Oh shit. Oh shit. A lot better than nothing. Да, блин, не то. Yes. Found a defense kit. Оп-оп-оп, тут ящик. Take a look at this. А, черт. Somebody, we got one down. Это я подмывал. Пристали и... Да, я там снизу поставил этот самый, как его, автурет. Check it out. Ага, и сверху автотрейн. Okay, I'm good. Везде автотрейн. Take a look at this. И нам не пристали, кого надо. А у нас есть, а где он там? Где они там? Ой, ой, ой. Reloading. Алло, алло, Леонид, подожди, надо. А это. Где Олег? Где Олег? Блин, где этот Олег? Вон он там, вообще далеко, далеко. Сука, сука, а. Еще другая сторона, да? Да, спасли. Каким-то образом получилось. Теперь борьба там в другую сторону. Сумасшедший, а это тут за решеткой стоят и лишь бегает этот кубочек и за голову держится. Окей, sub is connected to the grid. Yes. Throttle up. Roger that. Throttling up. You've just saved thousands of Japanese lives. A life is a life, my friend. And everyone we save is one less to fight.
тепло атомной подводной лодки согреет сердца тысячи японцев. Дима, наводись на цель. И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описании. Там наши дискорд-сервера Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все, пока.